Привет! Я покажу 8 упражнений для прокачки грудных с помощью жгута. А в конце бонусное упражнение для трицепса. И первым нашим упражнением будет отжимание со жгутом. Потому что для прокачки груди в домашних условиях лучше отжиманий пока еще ничего лучше не придумали. Закидаем жгут за спину и начинаем выполнять отжимания. Жгут будет давать дополнительное сопротивление при подъеме наверх. Следующее упражнение – имитация жима гантелей лежа. Закидаем жгут за спину, ложимся на пол и делаем такие движения, будто мы выжимаем две гантели и немного сводя руки в самом верху. Еще можно взять какую-нибудь палку, одеть на нее жгут и выполнять имитацию жима штанги. Но я считаю это упражнение не очень эффективным, так как при опускании вниз теряется все напряжение. И напряжение грудных создается только при подъеме вверх. Но в этом видео я показываю все варианты. Далее отличное упражнение для прокачки низа грудных. Мне это упражнение очень нравится, так как при его выполнении я хорошо чувствую жжение внизу грудных мышц. Наступаем двумя ногами на жгут и выполняем подъемы жгута, сводя руки вместе. Я раньше никогда не встречал, чтобы кто-то делал такое упражнение. Я пришел к нему сам, путем проб и ошибок. И оказалось, что это одно из самых крутых упражнений для прокачки грудных с помощью жгута. Оно очень эффективное. Здесь мы закидаем жгут за спину и выполняем вот такие вот жимы. Для следующего упражнения нам нужно закрепить жгут. Это упражнение будет имитировать нам работу на кроссовере. У меня, например, крепление низко, поэтому мне пришлось встать на колени. Если у тебя крепление жгута будет выше, то ты можешь стоять на ногах. Это упражнение хорошо тем, что ты можешь дать хорошую нагрузку левой грудной мышце, а затем правой. То есть ты сосредотачиваешься на работе одной мышцы. При работе рука должна быть чуть-чуть согнута в локте. После того, как прокачал одну сторону, сразу же переступаешь к работе на вторую сторону. Здесь уже нужно закрепить жгут ниже. Это упражнение тоже отлично прокачивает низ грудных. И опять же рука немного согнута в локте. Меняем руку и работаем дальше. Ну что ж, ты дождался бонусного упражнения на трицепс. Крепим жгут к чему-нибудь устойчивому, заводим руки за затылок и выполняем вот такие вот жимы.
Это одно из лучших упражнений для прокачки трицепса с помощью жгута. Я надеюсь, это видео было для тебя полезным, а если это так, тогда подписывайся, оставайся со мной, дальше будет больше.